Добрый день, дорогие друзья. Аркаш тоже с вами здоровается. Сейчас мы с вами ее чем-нибудь покормим. Аркашенька, моя девочка. Ой, моя королева. С орешком она. Ну, все. Вот такая вот у нас вкусняшка против света, к сожалению. Не знаю, что ее так плохо видно. Аркашики, довольная. Аркаш. Все же знают, друзья мои, что вчерашние манты разогретые не самое вкусное на земле блюдо. Но вышло так, что мы как-то не рассчитали, вчера сварили их побольше. А когда ты сегодня невероятно голодная, я приехала из тренировки, конечно, это самое вкусное. Конечно, это самое-самое вкусное и желанное для меня сейчас блюдо. Вот вы не представляете, как я его хочу. И мне абсолютно все равно, что они будут не только что сваренные, а разогретые. Тем более, что к ним я сейчас сделаю вот такой вот свежий салатик. Божечки, как огурец пахнет. Прям как будто бы свой с огорода. Помидорка, кстати, тоже неплохая. Начали у нас продавать такие уже по-настоящему хорошие овощи. Ну, естественно, классика укроп, петрушка и кинза. Заправлю сметанкой. Я, кстати, сейчас ехала с тренировки и заехала в наш рыбный магазинчик, купила там горбушу. Я поняла, что 100 лет не делала сугудай. Размораживается горбуша, вечерком приготовлю сугудай. И завтра будем лакомиться. Салат готов, манты тоже погрелись. Это, кстати, сегодня первый мой прием пищи. Всем приятного аппетита и хорошего дня.